Всем здорова, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гагадропчик, у меня на балике 8700. Давайте со стата откроем кейс черная жемчужина за 2000 рублей. Но хамелеон, к сожалению, это вообще не окуп, даже не близко. Ладно, пойдемте тогда сделаем апгрейдик до 2000, чтобы камбэк не то, что мы проиграли. Также хотел бы напомнить, пока крутится апгрейд, то, что у меня 3 рандомных комментатора попадают в следующий ролик. Если еще нужно просто поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий, и все, возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. В апгрейде мы, к сожалению, проигрываем. И начало ролика у нас будет такое, что мы будем камбэкать то, что проиграли. Это 2000, но я надеюсь, на самом деле, уйдем в хороший плюс. Напоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, вы можете ввести промокод NIKI11, получить плюс 11% к пополнению. Депт можно всего, скиваться, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Также у них есть SP-поинты. За каждый депозит 1 рубль вы можете вот сюда вот как с ним зайти, сокровища и обменять их на рандомное оружие. Вот у меня 8700 SP-поинтов. Я обмениваю и на халяву получаю 3700, продаю, и мы уже в плюсе. Я потратил 2000. Их, но тут 3700 и я камбэкаю, найс. А также гонка есть, выполняйте задание, поднимайте таблицы лидеров, лутайте призы и бонусы. И барабан босс можете второй раз крутануть по моему промокоду. Короче, халяву на сайте много. Все, полетели открывать кейсы. Я в прошлом ролике очень сильно хотел открыть вот этот вот кейс за 16 000 рублей. Но, к сожалению, я немножко долбоеб, который потом весь балик просрал. И мне не хватило денег открыть этот кейс. Но сегодня постараемся его все-таки открыть. Давайте 3 штучки, вот так, сундук мертвеца. Так, 1800 падает га... Ой, а что за говно мне упало? Я один кейс окупил из 3... Что это за ужас? Ну а дальше опять говно 3700. А сегодня будут окупы? Гагадропчик, пожалуйста. Мне вот это вот начало ролика вообще не нравится. Я сегодня хотел открыть кейс за 16 000 рублей. Ну то есть уйти в хороший плюс. Ага, блядь, то есть апгрейдик, понял. Хорошо, давайте 2800. Не, можно у меня ролик будет не 2 минуты длиться? Пожалуйста, гагадроп. Ну ладно, апгрейд я выигрываю. Хоть что-то меня радует, апгрейдик мы выиграли. 600 на балансе, давайте откроем Брейди Пати, 3 штучки на 1000 рублей. А точнее на 999. Ну мужик, ну что ты так расстраиваешь? Ну прям вот расстраиваешь, 752, давайте еще 3 штуки. Так, ну сейчас падает, ну уже окуп хотя бы 1300, это радует. Давайте черная жемчужина еще один раз, первый раз как бы, ну не порадовал в начале ролика. Может сейчас камбэк у них будет жесткий. Это у него новый гонщик, блядь, нет. Револьвер R8 градиены, 598 рублей. Открывай кейс за 2000, падает на 500 рублей два раза. Что за ужас? Алло, гагадропчик, пожалуйста. Давай, все же 2-3 штуки, пожалуйста. Вот ты можешь меня купить, я тебя прошу. Блять, ну что за... Ну 564, алло. Вот это другое дело. Более-менее пошло, 2400, давайте еще 3 штуки. Понял, все понял, 521, один кейс отбил. Давайте сундук мертвеца за 1500, одну штуку откроем. А, блять, я думал будут перчатки, сука. Ну я прям уже вот видел их. Ну 370, нормально, это хороший окуп. А давайте мистери кейсы попробуем, потому что когда обычно не окупают, по моим наблюдениям, мистери кейсы выдают не... Ебальничек бы мне все завалить и просто хоть как-то уйти в плюс. Давайте, 38%, апгрейдик, пожалуйста, можешь залететь, я тебя прошу. Но вот апгрейды сегодня меня радуют, ладно. Апгрейдики прям меня сегодня хорошо радуют, нормально, 6000 на балике. Давайте, светящийся за 1700. Мне один раз светящийся, когда он стоил 1600, выдал на 10 тысяч. Но это не повторится, я понял. Давайте еще раз. Ага, 926. Может быть, все-таки, ну выдашь, пожалуйста. 1400, но это из всего это лучшее, что было. Сундук мертвеца на 1400, почти улын. Лавки, чмавки, мне упали 800 рублей у меня на балике. Давайте ледяной за 839. Ага, давайте. Не буду говорить, блять, название кейса. Ну, у меня еще есть 36 рублей. Давай, вот сейчас 5 фейер спинов, и там мы ловим 5 раз перчатки, и мы в плюсе. 36. Ладно, короче, тут все говно. Но еще есть маленький шанс камбэкнуть, если мне с бесплатных кейсов что-нибудь упадет хорошее. Давайте попробуем фар ножа. Не, ну да, давайте попробуем. На 240 вот так вот. 272 упало, я в плюсе, можно еще попробовать. Здесь просто можно неплохо пытаться выбить ножик, видите, и фармить, видите, плюс 5 рублей. По стоимости 240 я открыл, а выпал на 245. Вот этот кейс, он неплохой, но иногда начинает сливать. Сейчас можно чуть-чуть пооткрывать. 257. Давайте, пока купать будем открывать, чисто фармить балик и пытаться выбить ножик. Опять окуп, найс. Я, конечно, понимаю, что это мы на копейки уходим в плюс, но все-таки. Вот, говно упало, все, больше не надо, обычно дальше идет минус. Давайте огненный попробуем за 248. Мне бы дойти до платинового кейса, и как будто с платинового можно выбить что-то жесткое, уже реально попробовать камбэкнуть. Вот, пошло, понемножку пошло. Нормально, 1500! И мы почти дошли до платинового, напоминаю. У меня цель дойти до платинового, потому что там уже реально можно камбэкнуть будет. Ледяной, пожалуйста, пожалуйста! 620, ну это минус, да. 285 рублей, открывай на 2... Давайте, заулыним, короче, еще откроем платиновый кейс. Ледяной опять, короче. 474, понял. Ладно, давайте откроем платиновый кейс. Это... Вот отсюда можно что-то жесткое выбить. Кровавый спорт, МП... Ну это просто ужас. Попугай какаду,
Что ж, ну короче, нет, сегодня гагадропчик что-то меня вообще не хочет выдавать. Ну короче, ладно, на самом деле я столько раз окупался на гагадропе, что оно понятно, что ну вечно это не может длиться. Два ролика подряд у меня минусовых, значит в следующем по-любому должны камбэкать. Давайте, последняя попытка на 3000 сделать апгрейдик, не получается, все, заканчиваем ролик, 6%. Ну мне показалось вначале, что такое возможно. Короче, ладно, заканчиваем ролик, пацаны. Сегодня на гагадропчике что-то прям в край не повезло, такое бывает. В следующем ролике по-любому будем камбэкать, значит все. А не забываем про промокод Ники1, который дает плюс 11% к пополнению при SP поинты, это еще жестче, чем на самом деле проценты к пополнению падают. А ссылочка на GitHub еще есть в описании под роликом. Все, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. И все, что, всех люблю.